Здравствуйте, в эфире обзор новостей спорта. Российские гандболисты начали выступление на втором этапе чемпионата Европы среди команд, составленных из игроков не старше 18 лет. В составе нашей сборной есть игрок пермских «Медведей» Дмитрий Калугин. Россияне из-за не слишком удачного выступления оспаривают только места с 9 по 16. В первой игре этого турнира наши обыграли поляков 27-26, но затем уступили словенцам 21-29. Добавлю также, что в составе сборной есть еще один пермяк. Наставник пермских «Медведей» Валентин Бузмаков является помощником главного тренера. Проверили силы перед чемпионатом страны. Пейнтболисты файтеров в полной боевой готовности подходят к важным предстоящим стартам. Как мы уже рассказывали, возможность проверить себя в деле наша команда получила на кубковом турнире в столице. Пермякам даже удалось войти в число претендентов на золото, но на пути в финал встал красноярский «Енисей». С опытным оппонентом пришлось тяжело, и файтер уступил. Команда очень натренированная, она всегда играет в про. Мы только в России. Она ездит за границу играть часто. Ну и бывшие в Енисеях, бывшие игроки русского легиона, они раньше тоже в Америку ездили, играли. Оказался лидером в необычном забеге. Пермяк Юрий Сафронов принял участие в соревновании «Монорага Ультра Трейл». Протяженность маршрута 95 километров. Это сложнейший забег в условиях приполярного Урала. А гора Монорага – одна из самых живописных и высоких вершин. В возрастной категории 40-49 лет Сафронову не нашлось равных. Дистанцию он преодолел за 15 часов и 8 минут. Почти на 2 часа отстал его преследователь Максим Васильев из Ижевска. Едва не стал призером наш спортсмен в общем зачете. Он занял 4-е место. Обладатель бронзы был быстрее всего на 14 минут. К этому часу все. Ждем развития спортивных событий.